Здравствуйте, это канал Максимадзе, это модный летсплей в Майнкрафте, и мы будем добывать обожженную глину, и Андрей кровать свою не забрал с собой. Пока еще рано ее забирать. Но я ее я к себе... хочу найти черную. Я себе ее, короче, забрал. Я пока отсюда, я пока отсюда не уйду, если что, я тоже пособираю глину, но я, наверное, желтую буду собирать. А мне вот черная нужна, я не могу черную найти. А я черный тоже не видел, не встречал. Так, как она называется? Керамика же, да? А, терракота она. Терракота. Помню, что... Желтая керамика. Хотя в более старых версиях это называлось обожженная глина. Я не знаю, что я с ними буду делать, что я из них буду строить или не строить, но на всякий случай пособираю. Пособираю желтый цвет, потому что я люблю желтый. Очень люблю желтый такой вот цвет. Но при этом оформление моего канала, логотип, все красное при этом. И на мне привыкли, что у меня все красное. И некоторые думают, что у меня красный любимый цвет. Ну, в принципе, можно считать, что да, красный мне нравится, но вот этот желтый цвет я люблю с самого детства. Надо глину искать, надо искать глину, потому что я что-то не понял, блин, я дурачок. Ай, я же этот, блин, ёлки-палки. В воду, блин, полез купаться уже. А, ну и как оно? Очень больно было. Блин, здесь нигде глины не находится. Уже больше стака я этой глины набрал, желтой. И тут еще пещерка есть, может быть, мне в нее зайти стоит? Блин, черную бы, как бы черную добыть-то? Я черную реально не видел, не находил ни разу. Два скелета, ай, больно. И у меня... Вообще факелов нету с собой. Странно. Я забыл про факела. Короче, мне надо быстренько сбегать домой, сделать факела и вернуться. Вопрос, а черный краситель это что вообще? Это его можно из спрутов добыть. Ага. Из чернильного мешка. Делается. Окей. Буду пробовать, значит... Чернильным мешком вроде бы красить самим можно. То есть из него не надо краситель делать. Но могу ошибаться. Не уверен. Ну вот если я захочу так. Не краситься. Так. Она белая. А, я ж факела хотел сделать. Ну-ка. Блин, черную бы, блин. Надо глину искать, короче. Надо глину искать, Макс. Все. Да. Ай. Глину придется искать. Так, у меня в тех печках уголь еще остался или нет? Проверить надо. Что ж ты будешь делать, да? Вот как так-то? Надо, короче, искать. Еще железо тут оставшееся. Если найдешь глину, скажи мне, ладно. Обычную глину, что ли? Обычную глину, ее надо. Мне надо ее немного штук. Да, стака полтора, может, два. Стака полтора подошло бы мне. Это слишком сложно. Это много. Сильно. Но мне надо было бы этой глины. Я тебе потом бы просто показал бы задумку, которую я задумал. Так, ладно. Так, теперь делаем факела. Мне дерево нужно для этого. Палки. Отлично, факелов у меня предостаточно, возвращаюсь в этот Ротор Санд. Почему Ротор Санд? Да фиг его знает. У Рамштайн есть песня с таким названием. И Ротор Санд и переводится, и действительно переводится как красный песок. Кстати, песня, кстати, не похожа на другие песни Рамштайн. Она без ударных, она такая спокойненькая, романтичная такая. Романтик.
А вы правда учитель английского, да? Ну, так при... она приятно так звучит. Но она без ударных инструментов вообще. Грусть, доска. Так, это у нас что? Это медь? Медзи. Да. И золото есть тут. И пауки Блин, есть вот бы тут. глины бы мне. Вот мне глины надо, я хочу осуществить задумку свою. Я не знаю просто, где найти глину. Она, по-моему, где-то в водоемах же встречается, не? А, ну... А чё ты сам не посмотришь? Просто я думал, можешь... Я пока дом строю, может, ты найдешь пару. Ага, мои... Если вдруг... Ты все равно по миру шаришься. Может, найдешь что-нибудь вдруг. Решил моими руками дела свои поправить. Фраза из какого-то мультика. Да. Решил моими руками дерьмо свое убрать. Такого я не слышал ни разу еще, да. Ну это я уже... Ну да, из Ильи Муромца и Соловей Разбойника это... А вот это Точно. вот дерьмо свое убрать, это... Этот, ну, тест на психику, короче. Рупет... Боже. РУПТР, что ли, как это называется. Попробую не засмеяться. Так. Ай! Ай! Я что-то даже не заметил его сначала. Это а выход... чего белый краситель получается? А? Из чего белый краситель делается? А, что-то не знаю. Может, из ромашки? Можно. Или... А хотя фиг его знает. Сейчас проверим. У меня где-то валяется ромашка. А, знаешь что? Из костяной муки красить можно, по-моему. Блин, у меня броня все поломалась. По-моему, надо белый краситель это костяная мука. Попробуем сейчас так, значит. Зачем я ее копаю вообще? Нафиг она мне не нужна. Не надо, не надо. Глина это. А, я, кажется, понял, в чем прикол. В чем же? Нет, не понял прикол, погоди-ка. Нет, все-таки не понял. Как печально. А, уголь, может быть, тера... может быть через уголь. Этот, через верстак это канает тема. Вот, кстати, в Сумеречном лесу можно было бы добыть материал, из которого можно было бы сделать Uncrafting Table. Вот я еще хочу посмотреть, что за материал. Полезный довольно-таки инструмент этот. Вещь Uncrafting Table. А вот он. Фокус карты Блин, я не лабиринта. понимаю. А где мне достать фокус карты лабиринта, интересно? Разборочный верстак он называется. Я просто Uncrafting Table называю, потому что в 1.4.7 помню, он там по-английски все называлось. Вот и прилипло на ум это. Uncrafting Table. Я не знаю, где этот образец вообще достать. Так что я вообще не шарю, блин, как Uncrafting перекрасить. Table, может, у нас его и не будет. Maybe, maybe, baby. Maybe, maybe, baby. Есть, Боже, кстати, мой. Отдельный мод на разборочный верстак. Я знаю, за... у нас но было, зачем... по-моему. Но зачем он нам, если Сумеречный лес есть? Мы с Данилом, по-моему, когда играли, у нас был такой мод, помнишь? Да, был, конечно. И я, по-моему, там да. даже создавал этот верстак. Да. Да. Ты прям помнишь у нас, но я смотрю. Да. Ты прям так. видел, наверное, даже. Да. Ты у тебя нормально все? Да. Да блин, да заткнись нафиг. Что ты такой злой-то, а? Ты прошел этот тренинг, всегда говори да. Да. Так. Надеюсь, скелеты эти не убьют меня сейчас тут.
И сейчас Макс, Максимадзе погиб. Нет. Или убит скелетами. Нет, нет. Ну, нет. Знаете ли, раз на раз не приходит, как говорится. Так, две стрелы у нас есть. Пригодятся, наверное. А ты лучше стрел на фарме побольше, потому что нам на дракона идти, а там стрелы, ой, как надо. Можно, в принципе, и просто залезать на эти кристаллы. Да, только ты пока докопаешь, что я дракон уже несколько раз кинет оттуда. Так можно будет это, использовать мобов, которые умеют летать через морф. Вариант тоже неплохой. Хоть и читерский, но раз мод такой есть, почему бы его не использовать? Ну, стрелы один пень нам нужны будут. Скелетов мы видим реже, чем зомби, поэтому с ними... Так, так, я добыл цементную руду. Ой, господи, какой цемент! Цемент! Этот, цемент. Свинец. Свинцовую руду. Цемент, блин, сказал. Бегут украинские рабочие строители нелегалы и кричат цемент. Если ты понял, про что я. Нет. Ну, типа, С это, типа, у них это значит, что ли, по-моему. Типа, это мент или что-то такое в переводе значит. А-а-а. Да что ж ты будешь делать? А-а-а. Кончилось опять. Андрей злой. У меня кончились опять ресурсы, пожалуйста. А, блин, а у меня кончилась пещера, я вот домой возвращаюсь. А у меня кончились... Ого, скелетов сколько. Она ай, кончилась больно. Древесина. К сожалению. Ай, упал. Перещеголять. Перещеголять, да. Вот стрелы, которые скелеты пускают, тут жаль, их подобрать нельзя. Ну да, к сожалению, нельзя подобрать такое дерьмо. А вот в креативе, по-моему, они собираются. Не знаю, сходи, проверь. По-моему, я помню, они вроде собираются в креативе. А тут нет. Куда? Домой хоть ко мне решил зайти, а сейчас прям. Кто там, к тебе уже в гости зомби. Зашел? Зомби. Ой, да подумаешь, гости к тебе пришли. Какой ты негостеприимный. О, сразу, такие? О, три крипера сразу, я их сразу всех заманил. Так, жаль. Двое рвануло, один не получился. Не очень получилось, жаль. Не так, как я хотел, получилось. Да твою ж мать. Скелеты опасные очень. Меткие заразы, да? Очень меткие, да. Где я возродился вообще? Я вообще возродился хрен знает где. Смирись. Блин, два паука на меня сразу нападают. Максимально честный бой. Вот так вот. Кто зомби, зомби отлетел очень далеко. И надеюсь надолго. Ой, там два скелета, только бы они... Если хоть один из них выстрелит, мне кранты. Сразу же. Ой, да подумаешь, невелика потеря. Ой. Как ты это сказал еще, блин, сейчас. Марин, что, ой, обиделся, что ли? Этот паучий глаз нафиг не нужен. А из них, кстати, что-то какие-то зелья, по-моему, крафтить. Из маринованных паучьих глазов, а не из обычных. А ладно, маринованный я не помню, где берется. По-моему, его просто надо найти. Опа! Сейчас будет поединок скелетов. Смотрим. Вот так вот усядемся и будем смотреть. Ой. Кто кого? О, отлично. Прости, скелет, но серебряный, но золотой трофей ты от меня не получишь, ты получишь от меня смерть. У тебя не найдется там это... Кто? Дуба опять. Мой кончился дуб. Опять? Да блин, я и так дофига шики нарубил, а тебе оказывается мало. Так. Да. До. До. И... Эх, мы
эфире в прямом эфире не будет. Надо все в инвентарь. Это тоже убираем. Так, блин, я прощелкал момент. А, нет, оставлю. Это здесь... это убираем, карта вряд ли мне уже нужна будет, книга. Здесь поворот будет идти у нас. Это не нужна. Это пусть будет. Это не нужно. Это все потом в печку. Поочередно. Печник. Че, спать будем, нет? Будем. Сейчас я только здесь немного построю. Хотя ладно, погнали спать. Я как раз на этом этаже сейчас брожу, хожу. А, ну вот, отлично. Так, погоди пару секунд, сейчас я приспомнюсь. Ага, рядом монстр, я не могу. Да что ж ты будешь делать, а? Какая беда. А поставь просто день, ё-моё, чего мы паримся? Эх, ладно, почему бы нет. Хоть сейчас монстров меньше станет немного. Я думаю, нужно мне в ад сходить. А, темный дуб сначала тебе надо. Мне темного дуба, пожалуйста. Мне темного дуба, пожалуйста. Ты как будто заказ какой-то сделал, прям реально. Я тебе анекдот не рассказывал? Ну, не матерный. Если не матерный, расскажи сейчас. Если матерный, то не надо. Бар. Заходит богатый вампир-аристократ. Говорит, мне, пожалуйста, кровь 10 из 4 группы. Заходит вампир среднего достатка. Заказывает кровь второй группы. И заходит бомж-вампир. Говорит, мне стакан кипятка. Достает тампон из кармана. И говорит, чайком побалуемся. Ой, вот не надо. Ой, а зачем я обычный дуб? А зачем я обычный дуб рублю? Я не знаю. От тебя спросить надо. Чё-то я анекдот твой заслушался и не тут дуб начал рубить. Кошмар. А ты внимательнее, внимательнее. Так, это сюда. Так, это пока надо. Так, чё мне не надо было? Нет, не здесь. Здесь? Да, здесь. Так, каменные кирпичи. Надеюсь, хватит. Каменные кирпичи, это офигенно. Я вот крышу здесь себе поднял немного. А, ну поздравляю тебя с этим. Ёлки-палки, сколько сейчас мне предстоит блоков тратить. Мне кажется, самый дорогой и затратный дом это мой получился. Самый дорогой и затратный? Да. Ну да. Я огромный к тому же. Скорее всего. У тебя был сам первое время, по-моему, самый большой дом. Сейчас у меня. Да и пофигу. Зато у меня он внутри доделанный. А я все никак не могу достроить его. Да, ты даже снаружи его не достроил пока. До сих пор. До конца. Ничего, уже сколько серий ты его строил? Так, начнем пока стену еще возводить, что ли, хотя бы. Пока есть время на это дело. Ай-яй-яй, промахнулся очень жестко. Глина нужна еще тебе? Глина? Просто глина, да. Вот я нашел глину, копаю сейчас ее сижу. Вот мне побольше глины, Макс. Я как бы не для своих задач, я для общего блага хочу один прикольчик попробовать. Ну вот я один стак и 36 не блока, а штучки именно глины. Уже неплохо. Они не блоками, они штучками собираются. Блин, надо будет. Если сможешь, найди потом еще побольше глины. Я хочу одну интересную задумку у нас здесь построить. Декоративную. Декоративную, и на нее так тратиться нужно. Ну да. Я хочу красиво сделать.
Так, в этом месте глины больше нету. Странно, почему-то тебе повезло глину найти. Я что-то сколько ходил, не нашел ее. Ну да, ее маловато. Похоже. Где у нас темные дубы? Кстати, ты знал, что, по-моему, глина это спутник алмазов, по-моему, в Майнкрафте. Если не я верно знаю помню. Насчет этого ничего. Если я просто верно помню, опять же. Проще так. Раз, два, три. Ага. И вот так еще сюда. Вот, все, красота. Так. Ага. Здесь надо вот этот угол хотя бы еще облагородить. Так. Раз, два, три. Так, как жоп там получается? Пода три. Так. А, у меня опять кончилось. Нет, уже. Голод. Ну, опять жрем немедленно. Блин. Тут что за звук сейчас был? Какой звук? Такой, ну, такой жутковатый звук. Это типа пещера подо мной, что ли, означает? Кстати, я тоже пару раз его слышал. Я так и не понял, что это звуки такие издает. Да. Так, с этой стороны отстроено. Здесь чисто окна останется поставить, да? Черт, так. Ох, твою мать. Тыквенный паук. Ох, нифига, какие маты у нас здесь проскальзывают. Это не мат, херное слово было. Ёлки-палки. Жаль, что я так и не нашел джунгли. Да найдем, не парься ты еще. Еще времени полным у нас найти джунгли. Да почти. Сколько биомов в Майнкрафте, интересно? 32, по-моему, да? Чего? 32? Сколько? По-моему, 32 биома в Майнкрафте, да, всего? Ай, я не знаю. Я тоже не помню, сколько я вот сейчас... Вот это сколько я пролетал. Дальше в эту сторону сколько я пролетал и нигде джунглей не нашел. Так... Блин, здесь столько да, сейчас грузится, дерева. Там очень кстати. Много. Ты где у нас? Ну-ка, лови, иди дуб держи. А я в доме у себя стену разбираю. Очередную. Да, сейчас. Ты бы просто бы ко мне бы в дом бы подошел, я бы собрал бы его. Все. А дуб и глину бы. От сколько глины накопал, получается? Один стак и еще 56. О, уже неплохо. А теперь я пойду в ад. Ох, нифига. Спасибочки, спасибочки. Искать дальше этот. А потом это поищи, пожалуйста, черных красителей. Это да вообще легко, надо убивать спрутов. Ну ты когда будешь искать это, если будет по пути где-нибудь глина или спрут, и вот да. Что-нибудь принеси, пожалуйста. Ну в аду этого всего не будет. Из этого, уже... короче, что-нибудь надо будет нам. Я хочу три головы скелета, я бы визорного хотел а, бы создать. А, визора? Ты хочешь этого, в аду, что ли, создать? Как его? И сушить ли? Ну, чтобы в аду босс был какой-никакой. А еще говорят, никто никогда не призывал его в аду. Ой, и сразу же лучник этот стреляет. Только я заспаунился в ад, сразу же лучник этот появился. Это, слушай, не тот, который очень много стреляет одновременно? Да, и я сдох уже. Именно он, да. Сгорел заживо. Я поэтому туда только в виде ифрита залетаю с двух ног. У меня почти чтобы броня вся кончилась, надо сделать новую. Я тебе больше скажу, я старую свою одел, потому что моя броня просто разломилась вся, развалилась. У меня нафиг. Так, железо новое. Ну-ка быстро все делаем себе. Шлем.
Нагрудник. Нагрудник. Грусть. Ботинки. Ботики. Поножи у меня пока еще хватает. Железо все назад. Так, теперь в печку эту золото. А дальше идем в ад. Теперь идем в ад и перед порталом спаунпоинт ставлю. А якорь возрождения где возрождает? Только в аду, по-моему, да? Только в аду, но его нету в этой версии. А, точно. Он в адском обновлении появился же. А, 1.16. А, точно, 1.16 же. Только в аду, да. А если его использовать в обычном мире или в эндер мире, он просто взорвется как кровать в аду. Ну, это понятное дело. Так. Сполох. Ну-ка. Ну я этих лучников хрен убью. Они слишком опасные. Прям вообще. Хотя, я хочу попробовать рискнуть одного. Одного убил. С него выпало 4 таких шарца. Это уже неплохо, поди. Да. Но с помощью полета надо попробовать их убить. Они огненные. Стрелы, которыми они стреляют, это не обычные стрелы, а какие-то огненные стрелы. И, кстати, такой лук, как у них, можно сделать. Неплохо. Так, а сколько надо для мотивация этого, для того красного алмаза? Сколько нужно этих шарцев? 9, по-моему, надо ровно для одного. Попробую второго тоже загасить. Загасить, ну ты прям, конечно, скажешь. Я убил. И сразу же меня убил адский паук. Одного кусочка не хватило для такого меча. Но я хочу попробовать. Я хочу попробовать как минимум 2 камня таких добыть, чтобы сделать себе огненный меч. Огненный меч — это реально прям классная была бы вещь. Так, ну-ка, используем полет. Ну вот, кстати, адского паука убить тоже очень тяжело. Ну да, как бы. А ты думал, что будет все так легко? Даже труднее, чем лучника этого. Лучник урона просто наносит меньше, чем адский паук. Так, а я спаунпоинт забыл поставить, что ли? А, ну да, я забыл спаунпоинт там поставить. Перед порталом. Спаунпоинт. Чтобы спауниться перед порталом прямо и не бегать там. Короче, с адскими пауками тягаться слишком опасно, лучше это. Лучше что? Искать лучников. И попробовать их мочить. Ну попробуй замочи их. Еще бы один кусочек, и на один камень бы уже такой хватило. Вот один лучник. Сейчас попробуем загасить его. Отведай-ка силушки. Скорострельный. Подопустый, точнее. Я же не стреляю. Отлично. Уже на один камень хватает. Еще надо 6 штук, чтобы получить второй. Жаль, нету с собой верстака. А, у меня же есть дерево. Я прямо на ходу могу сделать верстак. Да уж. И сделать. С собой бы еще переносной верстак бы таскал бы, вообще идеально было бы, да? Да. Так, один камень расплавленный я получил. Надо еще 6 штук, чтобы сделать второй. Так, визор и скелеты. Вот. А, мне надо покушать, чтобы здоровье себе восстановить. А уж потом идти убивать этих скелетов. Ой, это крыло я более-менее осветил, насколько я понял, да? Ай, блин, ну они слишком опасные скелеты эти. Я убил одного, но голова с него не выпала. Блин.
А у меня что, везде? Блин. К сожалению, голова не выпала с этого скелета. Вот же я молодец, а, Макс? Я не сомневаюсь. А чё ты, чё у тебя, не, чё ты не так сделал? У меня же пол везде из полублоков, я его из цельных блоков сделал, блин. А, ну поздравляю тебя с этим, молодец. Храбрец, ой, господи, молодец, удалец. Чтобы чтобы победить этих лучников, надо скорость высокую применять. Так, еще надо парочку осколков. Но еще одного лучника надо убить. Почему-то, когда я летаю, я медленно срубаю дерево, а почему-то, когда хожу. Потому что когда на земле стоишь, это что? Адская свинья! Тут адская свинья есть! Ай, она. Ай, она бьется! А чё, думал, шашлыки тебя. И, короче, причем, когда это, когда она агрессивна, она изначально тебя не бьет, а когда начинаешь атаковать ее, она становится еще более красной и начинает тебя бить. Но с этой адской свиньи ничегошеньки не выпало. У нее 25 хп всего было. А ты думал, что алмазы с нее тебе выпадут? Ну, думал, вдруг с нее такие же камни выпадут. Да ладно, эндермен в аду? Ты не знал? Нет. А мы с тобой обсуждали, ты говорил, да нету, скорее всего, эндермена в паду. Не помню, на самом деле. Вообще, я не припомню, чтобы я встречал эндермена в аду. К сожалению, не хватило у меня сил убить его. А жаль. Радость, в общем, у меня 13 джемчиков, этого может уже, в принципе, хватить, чтобы найти эндерпортал. Но я хочу найти... Ого, сколько их, я лучше не полезу туда нафиг. Лучше... Чё там, где ты... Я хочу убить еще одного лучника, и тут вижу сразу несколько их тут стоят. Ну их нафиг. И лучше, лучше, когда один стоит лучник. А то пока я буду одного убивать, другие меня сразу же это убьют. Вот один. Да, да, конечно. Командный бой. Блин, не успел добить его. Но ничего, шанс. Ай. Не все еще потеряно. Надо продолжать бой. Бой за огненный меч. О, господи, обалдеть, сколько их в этом месте, ну его нафиг вообще. Ну где я этого убивал? Вот здесь где-то, что ли? О, лаву и этот слизень, адский слизень. С него еще 4 появилось таких слизней, но более маленьких. Так, 2 лучника. А если они друг в друга попадут? А они друг друга не будут стрелять? Нет, похоже. Они будут, по идее, не? Нет, они стреляют друг в друга. Этот как истукан просто встал. И... Обалдеть. Чё там? С него, во-первых, кусков выпало достаточное для меня количество. Ну пусть уже добивают. И целых 40 незаритовых слитков. Сразу. На огненный меч уже хватает, я бегом его делать иду. Один только, да? Ну, на один только хватит. Дорогое удовольствие сильно. А тебя можно будет попросить помочь мне пол разобрать в доме? Сейчас. А то я не справлюсь здесь одного. Превращусь самого себя сначала. Вот головы скелетов найти очень непросто. Ну-ка испробуем этот меч. О! Великолепный меч. Ай, больно. Это алмазы есть? Я хочу попробовать починить топор. Один, по-моему, алмаз только. Блин. Да, один. Потому что я 2 использовал. 4 алмаза я использовал на 2 алмазных сундука. Я тебя одолжил, мазик, или может у меня где-то есть, не знаю. Нифига тут, у конечно. У тебя крипер тут в доме. Я знаю. Так, руды. А, у меня 2 алмаза есть. Да, ну вот, чё ж ты так волнуешься, это и зомби у тебя. Так вообще-то у нас на складе, Макс, реально на склад переноси шмотки, чтобы
Если надо кому-то, чтобы брали. А, уже спать не надо. Вообще, я хочу, бат, чтобы там эфритовых палочек новых добыть. Так, мне нужен верстак. Нифига ты алмазные сундуки решил создать. Такое, смотри, какой, смотри, какой меч. О, я починил эти. А, у меня синяки есть. Ну вот, он это... Он такой же, как этот синий. Столько же наносит урона, но он при этом еще и поджигает. Я тебя хочу попросить помочь это пол вот этих блоков разобрать. О, ладно, сейчас. Когда я эфритовые палочки добывать пойду? Они очень нужны нам больше, чем твой пол. Какой, ну, а что, какой пол, пол давай надо хотя разобрать? Бы время потянем. Че говоришь? Какой, ну, пол ты, надо разобрать? На котором стою я. Понятно. Вот в этом куске, потому что второй этаж и третий надо разобрать полы. Потому что... Потому что они из блоков, а не из полублоков. Это вообще на глаз очень, ну, сильно давит. Ну ты лох вообще, конечно. Могу, умею, практикую, как говорится. Вот нас двое, это уже быстрее. Осталось только вот тот, который потолок второго этажа разобрать, и все. Кстати, ну что, как тебе дом по размерам? Ты, кстати, блоки-то скинешь, ничего? Я уже скинул, я вот один забыл скинуть. Опять лошадь скелет бродит под окнами. Угроза ли это большая? Не знаю. Так, ну этот, к этому я пока не полезу, потому что... Ай, блин, я еще и упал, блин. Так там можно на третий этаж, Макс, подняться и разобрать, ты чё? Просто на третьем этаже не видно, какой пол правильный, какой вот нет. А вот именно в этом углу именно, пойдём, я тебе покажу сейчас. Наберу. Да может это сначала тут потолок сделать? Ну да, можно, сейчас я тогда сгоняюсь, скрафчу, сколько мне надо. Да, скрафти, я пока и фритовых палочек подобываю. Всё. Мне они очень нужны-то вообще, да. Ну ты, конечно, сказанул. Чего я так сказанул? Я говорю, просто что-то сказанул. Ну я тогда пока пол здесь поставлю, пока ты там где-то ходишь, бродишь. Ай, надо будет еще окна сделать, типа там крышу накрыть, все. Расплавленный меч называется этот меч. Что будет, если пальцами его потрогать? Не знаю. Что-нибудь. Думаю, ничего хорошего. Если бы в реальности, да? Да. Это как этот, световой меч в Звездных войнах. А что будет, если его тронуть вообще? А это не тот меч. Световой меч, что ли? Да. Но он же это... Ты не помнишь, какие там были мечи-то? Ну, я помню, что синие и красные. Зеленые еще. А, зеленый еще. Забавно, да, что цвета РГБ, считай, были там. Я могу стать адской свиньей, прикольно. У меня скин. Свинина. У меня скин адской свиньи есть. И, блин, я не знал, что тут в аду свиньи есть свои. В этом. В адском обновлении какие-то адские свиньи появились. Тоже. Да, которые, кстати, добавились. Атаковать могут нас. Причем, по-моему, они нас атакуют, даже если мы их не трогаем. Хотя могу ошибаться, не уверен. Ну все, я застроил пол второго этажа. Тебе осталось только помочь с потолком, мне и все. Ну, забрать. Я сейчас в аду, так что попробуй пока сам с этим покопаться. Ну я пока дострою в том крыле, в другом пол тогда там, а из обычных. Я там хотя бы, блин, из полных досок не стал строить. Уже радовало меня. Уже лучники начали тут стрелять. А мне нужно в крепость. Ведь там у нас эти... Алло. Чё алло? Адский паук не видит меня, что ли? Заметил. Ой, я, уж хотел, да? Я уж хотел воспользоваться случаем и убить его. Но нет. Он тебя убил, да? Не получилось, да.
Где? Так, вот визор скелет. Отлично, с него выпали кости, а головы не выпало. Ой, с очень небольшим шансом выпадает с него голова. Так, а так, свинозомби лучше не трогать. А то проблемы с ними будут потом. А мне нужны ифриты. Не. Что там у тебя? Да, да, свинозомби. Офигеть, этих какие циклопов здесь. Так, а вот и фрит. Одна палочка выпала. Хотя бы их нет. Тут спавнер и фрит. Надо дождаться, когда появится. Опа. А вон два и фрита. Че их ждать-то? Еще палочка. Палочка. Еще палочка. Уже три палочки, прикольно. Но надо. А надо. Побольше. Блин, я убил этого скелета, но он успел засушить меня. Засухарить успел он тебя, да? Угу. Кошмар. Грусть, доска. Печаль. Так, это надо сюда выкинуть. Еще один визор-скелет. Два даже. Вот так, это надо забрать. И с этого вообще не выпало ничего. Дайте мне голову скелета, пожалуйста. С него выпал уголь. Неплохо, что я тебе могу сказать. Одна штучка угля, причем всего. Это разве дело? Так, там и ифрит. Вот только у меня мало здоровья. Надо дождаться, когда оно восстановится до конца. Иначе они меня нафиг убьют. С легкостью наваляют. По полной программе. Смотрим в прямом эфире, как Максу наваливают. Я лучше уйду его от свинозомби подальше, что... Блин! Я свинозомби задел случайно. Что уж поделать. Мощно. Придется смириться пока. Придется с ним бороться. Да, вот какой. Вот какой ужас будет, если начать убивать свинозомби в хардкоре. Там же всего одна жизнь, и они, если начать убить, они будут всю оставшуюся твою жизнь бить. До конца твоей жизни, да? Ага, так, с него выпал каменный меч, и притом испорченный, я его выкидываю просто в лаву. Мне голову дадут, нет. Четыре палочки у меня. Это мало, надо бы еще. Уже, ну, уже на 8 жемчугов хватит. Было бы неплохо еще парочку, а лучше 3. Надо, а, ну еще парочку надо мне, палочек. Ай, дождь. Да. Вредоносная для эфрита. Тут в этой крепости, похоже, один сундук только. Блин, сгорела палочка. Эндермен. Два эндермена в аду. Где он? Не знаю. Красный. Когда, кстати, используешь этот расплавленный меч, он немного будет на вред со сражениями эндера, потому что когда они горят, они постоянно пешкаются туда-сюда. Вон как. Так, еще надо парочку палочек мне. И продолжить дракона искать. Ну это будет, наверное, уже в следующей серии, да? Это да. Точно. Где ифрит? Пока... Дайте мне ифрита. Давай мне ифрит делай, нужен. Так, визор скелет еще один. Ой, блин, как это сложно. Без Ай, этого... блин. Без полета? Опа, ты не представляешь, парочку свинозомби заспаунились тут. В этот ТП-шнулись, короче, в портал. Не представляешь, как зомби у нас не горят никогда. Без полета очень туго. Строится.
Так, нет, ну его нафиг, адских пауков этих. Опасные они сильно, а пауки эти. Йети. Пауки. Йети. Так, еще палочка. Нафиг мне золотой самородок не нужен. Полымя? Что за полымя? Че, какая полымя? Ты предмет какой-то нашел, что ли? Нет, ты написано достижение, ты получил полымя. А, что это значит? Я не знаю. Я тем более. Не слышал никогда об этом достижении. А сейчас мне нужна помощь с разбором потолка оставшегося из блоков и все. Я воду сейчас. А я тогда пока как могу, сейчас я буду строить этот. Крышу надо начать крыть с той стороны. Нифига себе, особняк себе построил небольшой. Да, вот когда ифриты горят, с них не выпадают палочки. Это не грустно, очень приятно. Да? Такое разочарование, да. Большое. На иссушителя, ой, похоже, забьем, потому что не выпадают. Ни разу мне не выпала голова скелета. Ну, вообще она с определенным шансом выпадает. С очень небольшим шансом она выпадает. Рано, а сундук, а сундук в этой крепости один всего был. В нем не было ни одной головы. Ифриты, где ифриты? А, вон, на мини-карте вижу одного. Кошмар, просто ливень идет какой-то, я ничего не вижу практически перед собой, куда я ставлю блоки. Ого, сколько тут адских свиней! Ух. Целое пастбище. Пастбище. Пастбище чек. И они, и, кстати, эти адские свиньи горят в огне. Они не огнеустойчивые. Жаростойкие. Я просто взял, прыгнул в лаву, сдох, свинтус. Хрю-хрю. Когда они, у них, кстати, сносится этот дамаг, у них это такие же звуки, как у этого персонажа нашего обычного. Так, главное сейчас назад не свалиться. Так, все, палочек мне хватит. Палочек ну мне так хватит. Умеешь только ты, мне кажется. Кого? Чего умею? Сдохнуть в самый подходящий момент. В подходящий, потому что все, мне хватает уже палочек. Ну, правда, не на 13 штук, но на 12 только. Ну, но уже неплохо. Так, этот джемчуг оставляем в инвентаре. А в следующей серии пойду дальше искать дракона. А пока на этом все. Очень длинная серия получилась. Прям вот что-то затянулся я немного. Спасибо за просмотр. С вас, подписывайтесь на следующие видосы. Подписывайтесь на стримский канал, логовый канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока. Пока, да.